Этот подросток оказался в больнице после жестокого избиения. Четверо взрослых негодяев били мальчишку за то, что он встал на защиту своего деда, у которого те вымогали деньги на алкоголь. Злоумышленники уже под следствием, они находятся под стражей и больше никому не причинят вреда. Во многом благодаря мужеству и отваге юного гражданина. Один из руководителей следственного управления по Бурятии пришел в больницу совсем не для следственных действий. Следователь вручил мальчику подарок от управления и предложил ему подумать о поступлении в кадетский корпус, где со школьной скамьи готовят защитников закона. А то, что закон и порядок для этого подростка не пустые слова, очевидно уже сегодня.